Добрый день, уважаемые зрители моего канала, мои любимые подписчики. Сегодня я хочу с вами погулять немного по территории отеля Rixos Sungate. Сегодня мы посетим мини-клуб, детскую игровую зону и пройдем чуть-чуть по набережной. Итак, вот это корпус наш, где мы живем. Здесь же, смотрите, какая зеленая зона. Воздух здесь великолепный, дышится вообще замечательно. Очень богатая природа. Все в зелени, птички поют. Здорово здесь просто ходить, гулять, дышать свежим воздухом. Цветы. Здесь тоже виллы, там живут люди. Отдыхающие. Отдыхающие живут. Здесь даже я видела белочек. Давай без комментариев, только по поводу белочек. У меня муж рядом идет, он очень любит опускать шуточки. Я уже предварила его шуточку по поводу белок и всего прочего. Итак, перед нами территория детского клуба. Сейчас мы туда зайдем. Здесь, видите, чтобы детки не выбирались маленькие, то есть такой открыватель дверей. Итак, сейчас приближу. Здесь проходит мини-диско. Вот здесь. Так, чтобы не ходить туда. Так, видите, там стульчики. Там стульчики, сцена, свой ресторан. Ну, сейчас мы всю эту территорию обследуем. Так, идем. Идем по тропинке, по дорожке. Так. Поскольку я вам говорила, что сезон уже заканчивается, поэтому такой движухи, скажем так, здесь нет. Все спокойно. Здесь можно поиграть в игры. Так, закрыто? А, закрыто. Здесь можно поиграть. Ну да, они все закрыты, потому что сейчас время обеда, и он, детский клуб, закрыт. А вообще здесь можно поиграть в игры компьютерные. Так, дальше. И покушать здесь, кстати, тоже можно. Есть детский ресторан. Повторюсь, время обеда, поэтому ничего не работает, горки не работают. Так, вот смотрите, здесь такой небольшой неглубокий бассейн. Горки для деток, это для самых маленьких, я так думаю. Допустим, Паше нашему, конечно, уже здесь не интересно. Мы здесь, в принципе, были один раз всего, и то так, со знакомительной экскурсией, скажем так. Такие горочки, даже, кстати, не такие уж и маленькие. Я думаю, даже ребенку 3-4-5 лет будет интересно по ним съехать. Так, вот смотрите, три горки, здесь сцена, проходим по мостику, здесь такой мини-буфет, дают очень вкусное мороженое двух видов, такой спиралькой, а также пакетированные соки, водичка, Паша попросил мороженое, газонокосилка шумит, ничего не слышно, а, только такое, да? Ананас. Покажи, Паша, мороженку. Вот такая мороженка. Идем. Да, 5 видов. Ну, быстро их, конечно, разбирают. Так, здесь вот такие стульчики удобные. Нужно посидеть. Детки играют, а родители могут позагорать. Кто хочет в тенечке посидеть, посидит в тенечке. Дальше. Ну, территория довольно-таки
не маленькая этого детского клуба. Смотрите. Так мы проходим. Здесь везде можно посидеть, поиграть. И повторюсь еще раз, здесь действительно очень комфортно, потому что вся эта, все эти горки, игрульки, они не на солнце находятся, а именно в тени деревьев. Сейчас очень жарко на улице, но тем не менее, вот в тени деревьев жара такая не ощущается. Смотрите. Детки маленькие гуляют. Так, вот. Здесь. Горка. Качалочки различные. Там качель. Видите, как пустынно. Кого нет. Сейчас время обеденное. Кто-то пошел покушать. Кто-то еще куда-то. Так, и вот еще такой городок. Занять детей есть где, конечно. Это все. И детские, а вон еще здесь. Можно в баскетбол поиграть. Здесь уже более взрослые играют, подростки. Еще качелька. Дальше идем. И там смотрите, какой большой такой веревочный городок. Я помню, когда Паша был маленький, он очень любил такие развлечения. Вот, смотрите. Все в тени деревьев. Такой большой городок веревочный. Был бы Паша поменьше, я думаю, ему бы очень здесь нравилось. Действительно, есть где побегать, чем позаниматься. Там еще внутри получается сам непосредственно детский клуб. А и в основном здании есть еще детская комната, где с детками аниматоры занимаются. Туда можно привести ребенка на весь день. С ним будут заниматься, рисовать, играть и так далее. Это все в тенечке. Вот это вообще столовая для деток. Но сейчас она не работает. Сезон закончился. И детская кухня не работает. А вот здесь раньше стояли столики. Можно было прийти и покормить ребенка. Вот. Пока закрыто. Сейчас я вам покажу непосредственно место, где проходят мини-диско для малявочек. Так, все такие стульчики, сцены, колонки музыкальные. Вот смотрите, здесь вечером деток занимают с 8:30. Начинается мини-дискотека для самых маленьких. Так. Ну вот, пожалуй, весь обзор этого мини-клуба для деток. Я надеюсь, мое видео было вам полезным. Спасибо за внимание. Увидимся.